Ассаляму алейкум. Чеченская благотворительная организация «Вайфонд» объявляет проект по продолжению строительства школы хафизов Корана имени первого президента Чеченской республики Джохара Дудаева в Стамбуле, Турция. В данной школе дети от 4 до 15 лет будут заучивать Коран наизусть. Спешите принять участие в данном проекте. Это прекрасная возможность заработать награду, которая будет постоянно увеличиваться, вплоть до судного дня. Ведь мы верим в слова нашего благородного посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Благие дела, которые дойдут до верующего после его смерти, это знания, которые он приобрел и распространил, праведный сын, копия Корана, которую он оставил в наследство, мечеть, которую он построил, дом, который он построил для путников, источник воды, который он раскопал, милостыня, которую он давал в течение жизни, будучи здоровым. Эти дела дойдут до него после смерти. Желающие принять участие могут делать пожертвования на указанные реквизиты, а также оказывать помощь в виде строительных и других материалов. Участвуй в проекте и доведи этот призыв до других.